Привет, я Илья. Знаешь? Да. Всем привет, друзья. Добро пожаловать на наше новое видео. Меня зовут Дима. Это Илья. Сегодня отличный, прекрасный, теплый день. И именно поэтому мы решили выбраться из нашей пещеры. Берлоги. Оделись легенько, сегодня тепло. Я ему не говорил, что мы сегодня будем готовить, но хочу вам кое-что сказать, ребятки. Те люди, которые пишут нам комментарии, а мы их все читаем, и именно Оля Играйка написала нам отличный комментарий. Вот он, если видно на экранчике. В общем, что нам пишет Оля? Вау, классно получилось, очень даже интересно. Может сделать фруктовый салат. Именно по этому комментарию мы будем сегодня делать фруктовый салат. И Илюша хотел кое-что добавить Оле. Оля тебе передает привет. Кто передает привет? Я и мой папа. В общем, Оля, спасибо тебе большое за комментарии. Друзья, ждем ваши комментарии. Что-то еще можем приготовить по вашему, возможно, даже рецепту. Поэтому пишите, что бы вы хотели видеть в наших видео дальше. Ребята, мы собрались уже в магазин идти, зашли на площадочку вот немножко покататься с Илюхой. И что, Илюха, у нас произошло? Мы забыли карточку на то, что есть деньги. В общем, ребята, для того, чтобы понятно сходить в магазин, нужны деньги. А мы хотели сегодня расплатиться картой. В общем, деньги мы не взяли, карту мы забыли. В общем, это уже, в принципе, происходит второй раз. Что-то в последнее время, да, как-то так вот. Было ли у вас такое, что вы забывали либо деньги и оставались на кассе, например, без денег вообще? То есть набрали продуктов, пришли на кассу, и у вас не оказалось денег, и чем расплатиться? Конечно, ситуация была бы не очень хорошая, если бы получилось так бы у нас. Прикинь, Илюха, мы покупаем все, да, подходим на кассу, а денег нет. Что бы ты делал? Не знаю. Такая произошла и с нами ситуация. Да, как бы не совсем на кассе, но мы обнаружили это раньше. Пока вон Илюха читает Олин рецепт, мы сейчас бегаем быстренько за картой, вернемся и увидимся с вами уже в магазине. Поэтому добро пожаловать на наше видео, ребят. Усаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Опять направляемся в Арус, а в Арусе живет вот такой котенок. Привет! Не трогай, не трогай его. Купим ему корм? Да. Покормишь? Да. Ну пошли, сейчас мы тебе покушать принесем. Вот есть такая пачечка, угу. Еще есть в сиропе оно. Видишь, ананасы, шматочки в сиропе, угу. Кусочки. Стой, здесь у нас, сейчас я тебе скажу. А сухой вес получается самих ананасов 250 грамм. То есть, а здесь есть баночка вот от сапового супермаркета. Вот этот вот Варто. Это производство местное, вот это супермаркетом. Берем эти? Да. Здесь больше просто. Да. Давай тогда возьмем эти. Бананчики, ложи, выбирай бананы. Вот эти. Давай вот эту веточку возьмем. Давай. Ложи их сюда в пакетик. Так. Бананы по 30 гривен. Бери, наклеивай. Так, молодец. Что нам еще нужно? Яблоко. Еще что? И апельсина надо нам еще выбрать. Вот яблоки. Какие берем, Илюха, яблоки? Зеленые. Зеленые будут кислые, Илья. Надо сладенькие какие-то взять. Вот смотри, например, вот эти. А? Возьмем? Постоянно я ем зеленые, у меня не кислые. Не кислые? Хорошо, давай и зеленых возьмем, и вот этих возьмем. Давай. Окей? Окей. Рви, рви, рви. Оп, молодец. Пошли за апельсинами. А мандарины, а нам нужны апельсинчики. А такие? Да, выбирай. Может, более красный возьмем? Видишь, этот такой, смотри, желтый такой оранжевый, он не совсем спелый. Стой. А тут вмятина. А тут вмятина. Давай. Ты бери какой-то твердый, вот, например, хороший. Раз. Еще нам один нужен. Вот. Все, хватит, пошли. Ты будешь нажимать? Да. Нажимай, 94. Так, это не наш был, вот это наш. Все, молодец, пошли. Ну что, мы все взяли уже? Остался, Илюха, самый важный ингредиент. Это что? Чем будем заправлять это все?
Смотрите, ребят, взяли яблоки, бананы, апельсины, еще яблоки другого, видите, более такие сладкие, и баночку ананасов. Какая главная заправка у нас будет? Чем лучше заправить? Я подскажу. Йогуртом. Йогуртом? Да. Круто получится? Ну, давай. Ну, давай возьмем. Там богатый йогурт тебе. Возьмем один большой. Да. Какой-то вкусный сейчас выберем. Пошли за йогуртом. Нам нужно какой-то, знаешь, выбрать сладкий. Так, же. Это какой-то для мороженого, и то это маленький. Нам нужно вот в такой бутылке, в такой вот баночке. Вот смотри, выбирай. Есть клубничный. Клубничный. Или персиковый. Какой берем? Клубничный. Да? Все, окей. Вложи клубничный. Все, взяли клубничный йогурт. Куда идем? На кассу. Все, ребята, отправляемся на кассу. Ребята, угадайте, что мы забыли купить. Это как мы забыли карту и, естественно, вот что мы забыли себе купить. Илюха, а что ты мне не напомнил? Так, я думал, что ты знаешь. Ой, извините. На, дай. Оно хочет голубя. Открывай. Вот сюда. Накидай. Вот сюда, да. Смотри, она, по-моему, уже не голодная. Видел? Ее помимо нас уже кто-то подкармливает. Ну, конечно, возле магазина насыпай, пускай ей будет. Она будет тут кушать. Давай. Все. Все? Да. Супер. Я вам скажу, что таким котам возле магазина не так плохо живется, потому что ее подкармливают перед тем, как я выходил, так перед тем, как мы забыли корм, вышли, у нее она уже кушала вот такого подобного корма. Лана, да, Илюха? Да. В общем, она тут сытная, в принципе. Вон, сейчас сидит, умывается. Что, Илюха, пошли домой готовить? Пошли. Все, ребята, увидимся уже дома. Мы уже дома, пришли, уже все подготовили, друзья. Вон, Илюха ждет феерического момента. Вон, Бонька кушает что-то. Боня! Поздоровайся со зрителями. Смотрите, что говоришь? Она поздоровалась своим языком. А вот это Сид. Это наш самый такой старожила кот. Он любитель тут погулять, он тут главный. Значит, смотрите. Купили бананчики, яблочки два вида, апельсинчики и баночку ананасиков. Вышло у нас это все. Идет к нам. Сид идет сюда. Ко мне, конечно, идет. К тебе? Да, потому что он любитель на меня залезать. Да. Итак, не будем отвлекаться. Смотрите, все это вышло у нас 120 гривен 35 копеек. Это в районе 300 рублей, по-моему, насколько я знаю, если не ошибаюсь. В общем, довольно-таки демократично. И я думаю, что будет очень вкусно у нас получится. Поэтому давайте приступать, готовить. Илюха, ты готов? Да. У Илюхи есть досочка, и у меня есть досочка, поэтому он будет нарезать, и я буду нарезать. Что там, Сид, что там? Хороший. Я помыл руки, поэтому не буду тебя трогать. Ну что, приступаем? Берем, нарезаем яблочки. Держи, Илюха. Я зеленый. Давай, зелененькая. Мне это. Смотри, смотри на меня. Смотри, видишь? Беру ножичек. Так. Смотри, сверху вот так вот палец ложишь. Вот так вот. Да. Вот так. Ага. Так. Ну, Илюха попробует, я буду продолжать. Так. Раз. Смотри, Илюха. Я тоже раз. Надо вот такими. Потом два. Дольки должны быть небольшие. А вот так вот? Конечно. Палец сюда не подставляй. Да. Сюда нельзя. Так. Вот такими где-то. Видишь? Вот такими, как я? Я думаю, вот такие долечки. Будет нормальненько. И сразу можно, в принципе, засыпать сюда же. Вот так вот? Нет, это совсем мало, Илюх. Вот, смотри. Вот так вот. Раз, видишь? Угу. Два. И три. Да. Я обрезаю вторую сторону. Вот такую. Да, только руки сверху, да. Обрезай вторую сторону. Ага, все правильно. Здесь можно, да, вот так вот напополам поделить, да. Раз. Так. У меня вот такие пока кусочки. Ага. Так. Сейчас мы. Ты режь, мы потом все вместе закинем. Окей. Так.
Сейчас мы быстро дорежем яблочки и будем переходить на бананы. Другие ингредиенты. На бананы? Да. Окей. Хорошо, будем потом бананчики резать. О, отлично, молодец. Давай теперь высыпь. Нет, добери. Смотри как. Смотри, нет. Давай вот так вот сделаем. Вот так вот удобнее. Бери ножичек и сюда сгребай. Вот так вот бери, сгребай. Ага, молодец. Все, один кусочек остался. Все, молодец. Теперь бананчики. Бананчики. Ребята, нарезаем бананы. Давай, отрывай. Давай, помогу. Стой. Оп. Чистим их. Там. Бананы это легче нарезать. Да? Ну давай. Смотри, что мы делаем с бананами. Нужно их вот такими дольками. Тоже так же, как и яблочки. Давай, пробуй. Вот так вот. Нет, толще. Толще. Пока Илюха работает, я ем. Вот так. Вот такими примерно. Угу. Правильно. Даже можно еще толще. Банан он такой. Может быть немножко толстеще. Да, вот такой вот большой. Да. Не, нормально. Так. Не спеши руки, главное пальцы не подставляй. Да, я убираю. Так, бананчики у нас. Раз, два, три, четыре, шесть, шесть. Давай. Сметай. Ага. Так, все. Стой. Молодец. Дальше что у нас? Мандаринки. Апельсинки ты хотел сказать, да? Все правильно. Апельсинки. Но перед этим их нужно, Илюха, почистить. Да. Да? Смотри, как сделаем. Давай, пробуй чистить. Получится у тебя? Сейчас попробуем. Я уже... Илюха старается со всех сил. Мы решили не мучиться себя вот этим очищением. Вот как я, например. Вот так вот попробовал. Но я тогда чищу этот. А у Люхи не совсем получается. Поэтому я ему почистил. Таким образом взял ножом. Так вот раз. И буквально вот так вот немножечко подрезал. Вот. И у Люхи получилось, и у меня получилось такой же. Бонька читала это. Так. Видишь? Так. Вот такая долька у нас. Смотри, Илюха, бери вот так. Вот так вот, раз, и кусочек. Вот так вот? Да. Аккуратно пальцы. Давай, закидывай. Так. Режь, что ты? Подсматривают у меня. Ну что, ты отрезать не можешь? Ну давай я. Раз, смотри. Надо силы больше смотреть. Нож то видишь нормальный. Все, я ложу сюда. Так, на, только не испачкайся. Кушай. Пока Илюха ест, над этим, на досочку. Пока Илюха кушает дольку, я очищаю еще одну. Вкусно? Апельсины очень сочные попались, сладкие. Вкусненько. Илюха вон руки облизывает. Так. Илюха такой нормальный помощник, я вам скажу. Вот он сейчас потихонечку потом научится и будет сам готовить. Так. Я дорезаю еще яблочко, потом. Что ты делаешь? Это помою. Правильно. Вообще. Это не, кстати, не в первый раз, когда я ему говорю. Нужно не вытирать об себя руки, а помыть. Илюха иногда, видите, как бы он вспоминает, что нужно помыть руки. Потому что это очень плохая привычка. Давай, присаживайся. Уже это насыпать? Илюха пришел. Вот. Насыпать уже вот это? Нет, еще пока нет, еще рано. Я сейчас еще вот эту одну апельсинку дочищу сюда, чтобы оно было равномерно. Я взял, получается, 4 яблочка сюда. Сделал. 2 мандаринки. Нет, 3 яблочка я сюда добавил. Потому что у нас было 6 яблочек на тарелке.
три яблочка, два апельсинчика. Так, это. И сколько? Три бананчика. Три банана. Ты один, я порезал, и потом еще один добавил. В общем, вот так вот. Та-там! Момент наконец-то настал истины. Добавляем. Момент истины будет чуть позже. А сейчас мы добавляем ананас. Вот. Сейчас мы сольем отсюда немножечко вот этот вот водичку, потому что она нам не нужна. Видите, тут вот такая вот что-то такого, сок или сиропа, в общем, который вот хранится тут ананасик. Сейчас мы его сольем и будем уже засыпать сюда. Засыпать. Да. Давай двумя ручками. Видишь, тяжело. Стой, дай вот эту штучку. Нормально. Нормально? Да. Так, стой. Поворачивай. Вот так. Давай. Засыпай. Засыпь. Да. Так, давай сыпь. Стой. И стой, аккуратно. Давай сыпь еще. Еще сыпь. Молодец. Все, отлично. Давай сюда засыплем. Чуть-чуть. Ананасик я тоже смотрю. Сейчас я дам попробовать. Держи. Пробуй. Еще бери. Ну как? А что ты так сморщился? Ты же любишь ананасик. Люблю, только он немного это, кислый. Кисленький, видите, я говорил. Но для этого мы взяли что? Йогурт. И какой? Именно сладкий йогурт. А Илюха хотел взять такой, знаете, какой-то кисловатый такой вот. Сейчас мы это все уже перемешиваем. Кисленький? Нормально. После апельсина-то, конечно, он кислый. Да, нормально. Так. Сейчас мы принесем йогурт и добавляем последний ингредиент сюда. Я иду его нести. Давай, Илюха, неси, пока я перемешиваю. Только быстренько, он в холодильнике лежит. Илюха принес йогурт. Добавляем. Открываем. Сейчас, подожди, трошки перемешаем. Открываем его. Боня. Бонька гуляет с нами. Заливать будешь? Да. Давай. Так, потихоньку, не сильно, равномерно. Вот так вот, смотри, вот так вот. Раз. О, молодец. Стоп, хватит пока. Давай перемешаем. Посмотрите, какая красота. Вообще. Сейчас мы еще добавим. Да. Смотрите, как круто. Давай еще. Давай. Только немного. Давай. Стой. Еще сюда давай. Молодец. Давай. Хватит. Все. На меня. Еще. Не, на тебя. Вот сюда. Еще у нас сколько осталось? У нас где-то половина йогурта осталось. А здесь получается у нас литровый йогурт, да? Насколько я понимаю. Почти литр, в общем. Вот так. Так что еще половина осталась. Смотрите, заправили. И перемешиваем. Так. Накладываем? Да. У меня есть своя. Так, ты будешь ей кушать. Ты же ей будешь кушать, правильно? Да, наверное. Так, смотри. А ну. Давай. Хватит? Да, хватит. Так, подожди. Я буду пробовать вместе с тобой. Бонька. Давай, уже ем. Ешь? Пробуем, ребята. Ну, пускай там лежит. Дегустируем? Да. Что скажешь? Мне нравится. Вкусно? Мошка какая-то прилетела. Ребят, ну, я вам скажу, что очень вкусно. Сегодня, кстати, очень тепло, даже жарко. Да, уже на улице было? Все очень простенько, салатик, ингредиенты простые и, самое главное, полезные. Ну что же у меня есть? Банан. У Лиюхи раздельное питание. Он отдельно ест бананы, отдельно апельсинки, яблоки. Я все вместе беру, набираю ананасик, яблочко, апельсинчик. Мне банан больше всего понравился. Так вкуснее. Еще всем осталось, смотрите, сколько салатика. Я, кстати, уже наелся. Ты наелся уже? Ну что, друзья, я надеюсь, что вам понравилось это видео. В общем, пишите комментарии, советуйте свои рецепты. И самое главное, ждите новое видео. Всех обняли.
Всем пока. Все, всем пока, ребят.